1 августа отмечается годовщина подписания Хельсинкского соглашения. Одним из важнейших достижений стало признание всеми участниками нерушимости государственных границ. Поэтому все призывы в самой Финляндии вернуть утраченные территории, которые ныне принадлежат Карелии, встречают самый жесткий отпор со стороны финского президента. Граница с Финляндией – единственная граница России с Европейским экономическим сообществом. Это самый обустроенный и спокойный рубеж Российской Федерации. С финскими пограничниками у нас отношения дружественные. Мы выдаем нам, они выдают нам нарушителей государственной границы, если задержаны. При встрече пограничных нарядов на участке финская сторона по договору, так как страна, проигравшая в войне, отдает воинское приветствие первое, мы им отвечаем. Немного истории. С 13 века Финляндия принадлежала шведам. В 18-19 веках вся эта территория была присоединена к России. В 1918 году советское правительство, находившееся в отчаянном положении, было вынуждено признать независимость Финляндии. Но тогда в спешке не подумали о близости Петрограда к границе. А город оказался в зоне досягаемости дальнобойной артиллерии государства-союзника Германии. СССР неоднократно предлагал Финляндии отодвинуть границу в обмен на земли в Карелии вдвое большие по площади. Финны отвергли все предложения, и тогда в 1939-м началась война. В результате несколько приграничных областей Карелии были присоединены к Союзу, а 400 тысяч человек были выселены с этих земель. Последние опросы общественного мнения, проведенные в Финляндии, показали, что большинство финнов не хотят, чтобы к ним вновь вернулась так называемая финская Карелия. На митинге радикалов, требующих дипломатического нажима на Россию, собираются теперь лишь десятки человек. А вот паломничество по своим родным местам стало в Финляндии очень популярным. К финнам, едущим на свои старые пепелища, относятся с пониманием. Они могут пересекать границу в упрощенных пунктах пропуска с разрешения и по согласованию с таможенными и пограничными властями России и Финляндии. В Финляндии не понимают эстонцев, спорящих с Россией о границе. Именно финские специалисты напоминают Эстонии о том, что для вступления в ЕС государства не должны иметь открытых пограничных вопросов. Анна Потагина, телевизионная служба новостей с российско-финской границей.